Возле памятника павшим солдатам, освобождавшим Благовещенскую, собрались ветераны, станичники от мала до велика на памятный митинг. После гимна России Маранапы Татьяна Евсикова обратилась к страницам истории, бережно хранящей события 26 сентября 1943 года. Высадился десант, несмотря на сложнейшие погодные условия, несмотря на то, что из всех немецких дзотов было сильное огневое сопротивление, героические советские солдаты освободили эту землю. И в память о подвиге всех советских солдат, которые сложили голову, которые героически защищали нашу землю, названы сегодня улицы станицы Благовещенской, возведены обелиски. Мэр Анапы пожелала всем станичникам мира и благополучия. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Владимир Верстунин тепло поздравил ветеранов. «Вы наша память и наша гордость», — сказал он. «С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Годы берут свое. Поэтому тем из них, кто сейчас живет и здравствует, особый почет и уважение. 26 сентября — день не только радостный, но вместе с тем и скорбный день. Освобождение станицы далось русским солдатам непростой ценой. В память о тех, кто не вернулся из боя, кто положил свою жизнь на алтарь победы, наступила минута молчания». В станичном парке вовсю развернулись народные гуляния. Особое внимание привлекали экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, военная техника, собрание солдатских писем и документов. Мэр города пообщалась с жителями станицы, поздравила лично старейшин Благовещенской. А гости из Комсомольска на Амуре поделились с мэром Анапы своими восторженными отзывами об отдыхе в станице. А глава города ответила, что секрет этого прост. Все делается с любовью от души. Очень хорошо. Ну, что-то вот вы пожелали бы нашим жителям станицы? Я мира хочу пожелать и счастья, если люди будут здоровы, и процветания. Станица Благовещенская. Спасибо, спасибо от имени всех жителей. Спасибо. А вы приезжайте почаще к нам. На празднике было много гостей станицы. Они признавались мэру Анапы, что мало где живут такие добрые и гостеприимные люди, как здесь. Мало где так чисто и уютно. Действительно, Благовещенский сельский округ – один из лучших, не раз выигрывал конкурс по благоустройству. Подарком от мэра Анапы всем станичникам стало выступление вокального квартета «Адажио» из Краснодара. Праздник получился очень теплым, душевным, ярким и подарил всем много радости. Положительных эмоций не скрывали ни гости станицы, ни ее жители. У нас два праздника в году. Это 9 мая и 26 сентября. День освобождения станицы. Поэтому прекрасно. Тем более такой концерт у нас в этом году. Вообще замечательно. Замечательно, что здесь еще помнят такие события, так, как говорится, душевно, чистосердечно к этому относится, что до слез даже пробирает. Отличный праздник. Нравится очень. Дети приехали с севера. Привезли на праздник. Ксения Платонова, Алексей Мухортов, Анапа регион.